Ну что ж. Ну что ж, ну что ж. Угадайте, кто вернулся, ребятушки. Правильно, с вами ВПЗ Неокс. Прошу прощения за эхо, которое вы сейчас услышали на какое-то мгновение. И... мы возвращаемся на Твичанский, а точнее просто в Лего-вселенную, а точнее в галактику, под названием «Звездные войны. Сага Скайуокеров». Итак, что у нас изменилось в Лего-игре? Так, давайте-ка переключимся на экран. Вот он, родимый. Надеюсь, видеоопции будут не слишком нагружать, так сказать, стримчанский, потому что, ну, просто скажем, что это, ну, не просто игра по Звездным войнам, а на самом деле Лего-игра. Я просто прерываю сейчас на настройки стрима, потому что хочу проверить, все ли работает на самом деле. Так что, если вы смотрите на Ютубе, то не удивляйтесь, что я буду иногда прерываться и смотреть на чат, то есть это, естественно, запись живого стрима. Вот, кстати, сейчас уже прошел Коди Филлипс. Так, так, где вебка, Лангуаг, где, ну, как где, все в далекой-далекой галактике. Сколько прошло с последней трансляции? Очень-очень давно. Ну, то есть вы поняли настрой мой. Так, что ж. Давайте лучше вспомним, сколько прошло с последнего переноса вот этого продукта, который делали 5, мать его, лет. Да, поехали, как сказал Коди Филлипс в чате сейчас. Gameplay options нам, наверное, не надо. Ну, хотя, нет, ладно. Как назад уйти? Все, ладно. Допустим, с этим я разобрался. Где плей-то? Это меню настроек. Все, я понял, пардон. Тупанул. Долго настраивать мы не будем. Зайдем. Accessibility. Вот, кстати, можно поменять язык, как ты спрашивал, Коди Филлипс. Дополнительный контент. Или выйти в Windows. Нас ничего не устраивает, кроме новой игры. Аж 4 слота. Минуточку. Во всех Лего-играх было как минимум 6 слотов. Я не знаю, это даунгрейд? Или просто настолько офигенный апгрейд всей информации, которая сохраняется. То есть, наверное, у нас будет куча гигабайт. It's Zoot Club. Я не буду вообще читать, что вы написали, но... Короче, да, выдай, пожалуйста, Коди Филлипс товарищу путевку в баню на халяву. Он очень этого хочет, я вижу. Ну, It's Zoot Club. Не надо так, не надо. Спасибо, Коди, спасибо. Так, ну, в общем, не будем слишком разглагольствовать. Как ни странно, мы выбрали первый слот для сохранения и поехали. Дайте мне уже помахать мечом. В смысле, бластером. О! Сразу предлагают с четвертого эпизода начать. Не понял, почему все эпизоды закрыты. Эпизод локт. Что? А, вот. Седьмой открыт. То есть... каждый... первый эпизод... каждой трилогии открыты. 3 эпизода открыты. Да, я уже понял, Коди Филлипс. Спасибо. Так, в общем, давайте посмотрим
на самый первый. Ну да, да, меня спрашивают, с какой начинать. Давайте по ходу дела. Сначала первый, конечно, а потом самый лучший трилогия. Ну да, конечно, приквелы. Кто бы сомневался. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Шишки, какие шишки на передышке. Надеюсь, эхо не слишком сильно. Я не проверил, кстати. А, нет эхо, спасибо. Спасибо, Коди. Ну, мы все знаем этот скрол. Привет, Алекс. Привет. Как видишь, у нас что-то музыка немножко поменялась, в отличие от фильма. Вот. Ну, пока что могу сказать? Пока что все гладенько идет. Кроме там начальной катсцены, которая почему-то немножко глюканула в начале. И что это такое? Кстати, я не помню, какую настройку я сделал, чтобы персонажи болтали или бурмотали, или говорили. Ну вот ответ. Да что вы говорите? Что понравилось, так это битва на своих мечах, она тут лучше, и озвучка персонажей. А, ну понял, да, Алекс. Да, Коди Филлипс, вначале подлагивал немножко. Слушайте, ну, уже хорошо то, что можно рулить мышкой, это мне уже нравится. Что-то все зависло. Так, у меня тоже, я думал, это из-за Steam трансляции. Не-не-не, это... Она, наверное, поднастраивается при запуске. Так, ну что, нажимаем на пробел. Буст. И... А, левая кнопка мышки. Я уже забыл, как мышкой-то играть по Лего играм. Ёкарный. Это не зависло, это революция в ту... В тот тур. Ну я понял, да, в тот тур. Так. Слушай, так, туториал. Можно, короче, в настройках поменять. Туториал. Можно в настройках поменять, как вертится ваш корабль. То есть пока что я налево, направо поворачиваю, вверх, вниз, то есть все правильно. Ну чё, давай, полетели, товарищ. Там Набу, я так понимаю. Trade Federation Battleship. Пришвартоваться. Ну давайте пришвартуемся чё. В любое время можно, кстати, второму персонажу. Вот если вы посмотрите направо сверху, то там есть второй персонаж. Я хочу приземлиться? Да, хочу, конечно. Надо как-то сюжетик продвигать. Набу Space, Trade Federation. Так. Чтобы все-таки было немножко посправедливее, я предлагаю все-таки в опциях выбрать другой язык, потому что... да, который я не могу выбрать, потому что надо было сначала выбирать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Слушайте, ну управление мышкой полноценное. Слушайте, это, я признаюсь, довольно интересное изменение в управлении. Похоже, я вот видел только в Лего, как его называют, Лего... Короче, по фильму, который сделал. Лего Муви, блин. Лего Муви 2 The Game. Welcome, Lazarus. Hello.
Да, я, наверное, потом в коде Philips все функции гляну, но спасибо, что ты предупредил. Там их много, я так понимаю, да? Ну что, давайте поговорим с дроидом. Угу. А, знаете что, давайте проверим бормотание. Ты сам не посмотрел, ну да, да. Так, геймплейная опция. Вот, давайте сделаем так, чтобы они бормотали. Flight aiming, нет, это немножко не то. Это немножко не то. А, картинка флага. Точно, change language, спасибо. Спасибо, Коди Филлипс. You need to return to the main menu. Do you want to do this now? А, видишь, они предлагают вернуться обратно в меню. Главное. Ну, давайте заново притворимся, что мы... А, так мы сохранимся, то есть все нормально. Мы сохраняемся на этой планетке, и теперь... Don't worry, Ray, как говорится. Да, здравствуйте, 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 приветствую всех снова в нашем вели... Если кто не понял, я пытаюсь пародировать Джар-Джара. Ну, типа, вы поняли. Так. Ну чё, давайте на русском попробуем тогда. Чтобы мне не приходилось переводить всё сразу. Español. Por favor, señor, pero no hablo español muy bien, porque soy ruso. Ну и так далее. Славянский не убрали, это... ещё бы, ну ты даёшь. Они спрограммировали его сколько? Так, продолжить игру, новая игра, продолжить игру. Подтвердить загрузку, конечно. Так, я так понимаю, надо заново проходить туториал. Извините, это выше моих сил. Я к этому не готов, поэтому... Давайте сразу на следующий туториал на световых мечах пойдем биться. Только почему? А, вот я, да, отлично, все. Переговоры. Ну, пойдемте поговорим. Двойной прыжок оставили, это замечательно. Что я сделал? Я на Е нажал, извините меня. Ну, фиг с ним, короче. Хе-хе, стадо, извини, дроид, у меня появились дела поважнее. Я соберу все, что вижу в своем радиусе, так сказать. Так, ладно, а это что? Ну, простые атаки, я так понял, да, отлично. Слушайте. Ребята, у нас появился Force Unleashed в Low HD. Что я сказал, Low HD? Force Unleashed в Low Definition. Ну, типа в Lego Definition. Короче, не получилась шутка. Это скорее игра слов на английском. Но что радует, вот сейчас, на данный момент, то, что хотя бы стрим идет очень гладко. В отличие от некоторых игр. Да-да. Алекс, ты знаешь, о чем я имею в виду? Наверное. Ну, что у меня там лагало постоянно. А сейчас вроде бы все без сучка, без задоринки идет, так что... Увожу хоть оптимизатором этого движка. На самом деле. Я слышал, конечно, об истории о том, что нужно было... используют Unreal Engine, они там прошли через много переговоров, но выбрали в итоге вот новый NTT. Так, поговорим. Ваш визит, большая честь для нас, послы, приходите, пожалуйста. Без проблем. Минуточку, а как убрать? И подскажите, как убрать лазерный меч? Понял, больше так делать не надо. Все, отлично. Ну, по крайней мере, я знаю, что можно швыряться вещами на букву Е. Это уже хорошо.
Извини, Убиваныч. Не признал. Так, надеюсь, ты там отхиляешься. Ну, уже отхилялся, отлично. I still have a bad feeling about this, you know. Don't center on your anxieties, Obi-Wan. Keep your concentration here and now, where it belongs. But Master Yoda said I should be mindful of the future. But not at the expense of the moment. Be mindful of the living force, young Padawan. Yes, Master. Да, учитель. Хорошо, что, конечно, актеры старенькие вернулись. И я не помню, у Пайгонок были усы, что ж, какие вы. Кстати, эхо игры есть, да, немножко. Сейчас сделаем потише. This way, ambassadors. Да без проблем. А моего нет, да? А, ну значит, я, к сожалению, наверное, не смогу сейчас это поменять, потому что... Да и вообще, наверное, не смогу поменять, потому что это... чисто от колонок идет. Просто эхо такое. Наверное, да, Коди Филлипс. Отпустите бросок светового меча. Ну давай, давай. Слушай, а может это нужно было использовать? Да что ж такое, я постоянно бомблю в этой игре. Вон в каком пространстве, будем считать, что так и надо. Ну да, космическое это погружение полное. Так, я думал, это Дарт Вейдер, а это... How do you think this trade viceroy will deal with the chancellor's demands? These federation types are cowards. The negotiations will be short. Так, выделенный объект с помощью силы поднимаю. When they finally begin, все понял. Is it in their nature to make us wait this long? No, I sense an unusual amount of fear for something as trivial as this trade dispute. Ну, давайте поставим стул куда подобает. Добренький ты, усач-бородач. Я не помню, вот у Квайгона были... По-моему, у него были усы. Так, ну давайте все стульчики расставим, как подобает. Чтобы миссию пройти. И заодно соберем лишнее, то, что валяется. Минуточку, а шкала... Никто не знает, шкала настоящего джедая, True Jedi, она осталась в этой игре? Потому что я помню, был режим такой. Так. Да, вот именно, что-то не так пошло. Загазовать нас решил. Не верю, но ачивки есть. Но ачивки, да, я видел, там что-то уже на это... выполнял. F. Так, F это блокировать, да? Ладно. Вы меня простите, это я вам говорю, но, видимо, придется посмотреть на значение клавиш. Взаимодействие с способом класса. Бой мощная атака на E. Бой слабая атака на Q. Сейчас проверим. На Q, на Е. Теперь тебе не уйти, ты так думаешь? А то, что у меня лазерный меч, и я управляюсь как бы автоматом. Ничего. О, комбо шкала появилась наконец-то. Да. О, я бегать могу. Слушайте, ребята. Я только сейчас догадался на shift нажать. Ёкарный театр. Так. Что нам надо сделать, собственно? Идем дальше. Прям как в Force Unleashed практически. Ну давайте порежем. Воткнуть. Так. Дру с помощью ВАСД. Вот что-то я не то, по-моему, режу. Что-то я не ту немножко дырку прорезал, но, видимо, сработало. Ладно. Так. Не понял. You guys got yourself a ship?
А, то, что я 17 тысяч этих-то собрал. Я видел Коди Филлипс. Я подсмотрел, что ты ее тоже выполнил. Нифига себе. Я на F нажал. Я на все нажимаю. Выглядит эффектно, не спорю. И Добрынка такая физиономия, типа. Ну что ж, ну расшвыряла металлолом немножко. Дыщ. Отлично. Я так понимаю, шкалы маны у меня нету, как у джедая. Так. Значит, я смотрю. Да что ж такое? Вы справитесь. Ой. Дайте я соберу все. Что плохо лежит. Ай-я! Надо вспоминать, что в космосе очень часто есть. Я на F нажал, ничего не произошло. А, вот я ХП восстанавливал. Значит, что-то они оставили таким же. Master destroys! Где эта фраза? Я просто бубанул состояние. А чё, так можно было, что ли? Чё-то я в фильме такого не припомню. Не, мне кажется, мы слишком мощны в этой игре уже. Не, на самом деле... В фильме нужно было снять там силовое поле с него, а потом... Слушай, прикольное убивание. Ну, на самом деле, в фильме нужно было снять силовое поле с дроидеки, или как его там, дестроя. Ну, дестроя дроид, короче. Если так уж говорить. И потом нужно было его... Вот опять я прорезал маленькую щелочку, а взорвалась вся дверь. Ну ладно. Да. Короче, в предыдущих легах, о чем я хочу сказать, там тоже... как в фильмах было, у дроидеки было щитовое поле, и можно было его снять за счет нескольких ударов, там, по-моему, двух или трех. А в этом можно сразу и щит снять, и по физиономии не давать. Ну ладно. Надеюсь, не бомбанет. Меня не убьет. Ой. Контратака, так. Это мега-атака, так. Это быстрая атака. Все правильно. Отлично. Вот, на мой взгляд, единственное... единственный комплейнт, так сказать, жалобы, это то, что детям будет сложновато разобраться в управлении изначально, потому что вот, я-то понял сразу, что вот там есть обычный режим на правую кнопку мыши, какая-то атака на левую, ну, потом понял, что это, естественно, бросок мяча, и посмотрел в меню QE, то есть быстрая атака и сила. Но... Мне кажется, детям будет немножко сложновато понять систему. И комбо, на самом деле проще, чем я думал. Пока что, вот я насколько вижу. Так, ну что, давайте ускоримся немножко. Переговоры продолжить уже? Конечно. А, все что ли? Я быстро прошел чаптер этот. Жар. Джон Уильямс расписался. Ну, надо было, надо. Извини, Куайгон. Let's get out of here before more George show up.
Так, я так понимаю, это открытый мир уже. Получается, да? Ну-ка. Не успел прочитать. Ладно, не буду выпендриваться, буду просто играть. Так, едем дальше. Нужно все сустав еще проверить. Вдруг Бобик затерялся. Извини. Я думал, я кусты разбиваю, а не животинку. Блин. Я обидел какую-то зверушку. Все, Гринпис в ярости. Ладно. А это что такое? Интересно. Удерживать. Ага. Так, ну давайте попробуем. Куда нам надо? Ага. Понял, принял. Ура! Доступно новое улучшение. А в вкладке улучшений в голопроекторе вы можете потратить свои кабер-блоки на новые способности. Ну ладно. Один из 1166. Замечательно. Давайте посмотрим, что там. Как происходит-то? Карта галактики, персонажа. Выбор персонажа недоступен. Даже ты тот там не ползал, Коди Филлипс. Ну, видишь как. Небольшие исследования могут привести к новым способностям, так сказать. Джедай, герой, мусор, мерзавец. Ну, скандрал типа Хан Соло. Охотник за головами, злодей. Очки, темная сторона, старый дроид, протокольный дроид. Это вообще что ли класс? А, базовые улучшения. Они на всех работают. Ну, давайте посмотрим. Спринтерский рывок. Перейдите на быстрый бег, чтобы еще быстрее исследовать открытую галактику. Для этого бегите, не останавливаясь. Или нажмите левый shift. Ну, как бы... Он у меня уже куплен, я так понимаю. Цена 0. Минуточку. Быстрый бег ускоряется на 10%. Так, несколько уровней есть, получается, быстрого бега. Ну, ладно. Так, цена 25 тысяч. Минутку, а сколько у меня... Так это стоило, получается, один кубик. Я так понял. Ползал по меню, да? Ну, походу я профукал один кубик. Так, то есть я могу немножко быстрее теперь ползать, летать там, по всей галактике. Ну ладно, давайте посмотрим, что там наверху. Опа! Не густо. Я думал, чем выше, тем больше наград. Ну ладно. Ну тоже неплохо. Так. Это что еще за звереныш? Кыш. У вас там что-то не хватало. Ветка какая-то валяется. Так, ладно, пойдем по миссии дальше. И еще дальше по миссии. Так. Это кто еще такой? Ничего себе, понтоваться могу. Ладно. Следовать за Джа-Джа Бинксом Вотагунга. Да я понял. Не, ну графон, конечно. Графон шоколадный просто. Лего, не лего, а окружающая среда. Очень-очень впечатляет. Извините, можно на вас забраться? Ой, понял. Не стоит.
Найдем другой путь. Так. Уйди. Спасибо. А, Джад вон ходит. Ну, пока. А, вот, все, понял, отлично. Понял, Алекс, спасибо. Ну, я бы не сказал, что там очень уж мудрая, так сказать, защита. Ну, ладно. Веселый Роджер, конечно, ворон, да. Вы поняли, отсылка, почему. Рыбешком, к рыбешкам, да. Вот. Оби-Ван все показал идеально. Мы под водой! Минуточку. А я могу из воды выйти? Блин, я не хотел. Я хотел поплавать там немножко, но, видимо, не дадут. Ладно. А если мы отправим в город Гунганов? Да, отправимся. Йо-хо-хо! Так, не-не-не. Давайте все-таки посмотрим сначала по сюжетке, что происходит, а потом уже будем колбродить. Швыряться всем. Нет, давайте пошвыряемся. Карпалс, моя здесь. Это зря, Джаджа, твоя. Отправляйся к боссу. На этот раз твоя вляпась. Ладно. Мы поможем. Стады! Ну, не стада, я же сказал стады, правильно? Так что все нормально. Ну, ускорение не очень, кстати, я прокачал. Я так сказал. Ну, на четверочку, на четверочку. Отлично. Поговорить с этим товарищем? У них не есть виды такие малые языки, как их не есть. По моей мурашки бегут, как подумай об этом. Ну, ладно. Я внимательно читаю, да, Коди Филлипс. Так. Я, кстати, чё сюда дошел и вышел, пришел сюда. А еще что-нибудь можно с ним говорить? А, ну понятно, тот же самый диалог. То есть миссию он не дает, он просто... Извините. Надеюсь, у вас застраховано жилище. Так. Ну-ка. Все рыбы нафиг, у вас их там... Там... По круге плавает повсюду, дофига. А, выйти-то не дают, ну ладно. И вазочку тоже разобьем. Так. Не дают и не дают. Какая разница? Давайте поговорим. Да, ничего не хочешь сказать. И за что ж тебя изгнали, сейчас спросим. Не стоило забывать, вот именно. Вот именно. Он блещет. Brainless. Do you mind telling us why our friend here was banished? Jar Jar, clumsy! Oh, he crashed into boss's personal Heba-Libba Bongo! Ой, извини, извини, мужик, я вот это хотел. Yes, Jar Jar accidentally... Беги, беги! Я честно-честно не за тобой. Не ворчи, не ворчи. Так, приехали, да? Ну-ка, поднимаем. Дж! Понятно, очередной пазл. Дыш. А, все что ли? Я думал, там 4 надо было. А, они уже прилеплены, блин. Вот что значит недостаток галактического кофе. Так, а можно покататься, что ли? Ну давайте. Ребята, я спер вашего верблюдона. Так, вперед. Еще ускориться могу немножко, ну слушайте. Вся галактика у моих ног, тогда можно считать. Прыжок. Так, отлично. И немножко ускорения. Ладно, спешимся, пока не будем тырить у них честно заработанную фауну. И пойдем разрушать местные окрестности. Ну, я хочу поисследовать немножко все-таки. Я... В играх с открытым миром люблю... поизучать. Так, тянуть. Стоп, а я могу оттуда тянуть? Ну-ка.
Спасибо, спасибо. Это все только в первом эпизоде. Посмотрите. Как бы я ни ругался на все, что шло в ходе разработки этой игры, все-таки, мне кажется, они его оптимизировали на ура. На новом движке-то. Все поизучал, все персонажи нужны, но я понимаю. Может, что новое там добавили? Ладно, мужик. Да, я поговорить хочу. Болотенький гнездованца на всех бомзах. Будешь мешаться, видишь гнездо болотника. Сразу знаешь, что рядом что-то важное. Глупые болотники. Я понял. Так. Персонажи можно менять уже, у тебя они есть, я думаю. Ну, да. Мне в главном меню сообщили, что есть какие-то... Не на том нажал. Отмена. Вот. Чтобы поменять персонажей, насколько я понял, нужно... сейчас. Немножко не... Выбор персонажа недоступен, видишь? Вот, слушай, по-моему, на У... Блин, не на том же мы... На У... Нет, не меняются, кстати. А что то знает? Тогда иди чуть подальше. Ну да, сейчас пройду, может мне... Откроется ростер там целый. Если это будущее... Лего игр, я бы сказал, даже можно на этом движке и остаться, чё. Я, конечно, не знаю, как на других картах и сборках, но у меня все идет на ура сейчас. Вот открытый мир, графон нормальный. Я, кстати, вообще не менял настройки графики. От слова вообще. Просто стало все как есть. То есть, может быть, там еще выше есть, я не знаю. Но пока что мне нравится. Мы все время находит недоеденный рыба-губер в одежде для стирки. И вот думаешь, что умный. А я знаю, что муж тайком плавать к озеру, поонка и поедать рыбехи. Тогда должен делать работа. Ну, короче, он на рыбалку свалил твой муж. И там уже зажигает. Все. Компьютер-то еле тянет. Конечно, конечно, у меня же... как его, этот, парфоня даже не пошел, ты чё, ну? Куда моему компу с Кавокерской сагой тягаться на максималках? Так. Ну чё, проходим дальше. Продолжить сюжет. A droid army is about to attack the Naboo. Вы со мной лайк я Naboo. Не любят? Ну наплевал. За 3 километра. Кстати, он немножко косил, по-моему, сейчас. Ну, мы все знаем сюжет. Ну ладно, уходим. Ребят, кто смотрит сейчас на стримчанском? Я хотел узнать, будем переключать на бормотащие, на бормотание для персонажей, или вас устраивает английский вот аудио и русские субтитры? Ну, бормотание, я так думаю, можно в параметрах где-то переключить, да? Давайте, кстати, посмотрим, я что-то... Громкость речи, субтитры, размер субтитров, это все понятно. Тебе и так все устраивает. Бормотание ставь. Вот смотри, а я, кстати, не помню. Они. Мини-карта. Не нашел его. Ну, давайте пока. Сейчас. Параметры игры. Вот.
Так, так, так. Чувствительность. Может, это спецблоки? То? Я не думаю. Не. Они говорили, что это как бы бормотание будет как часть настроек. Вот только где? Не, слушай, нигде нету. Давайте пока так оставим тогда. А потом поизучаем уже настройки и так далее. Я хотел схватить. Ладно, пардоньте. Субтитрами там нету, я уже смотрел. То есть... А чё у меня мышка в меню летает сама по себе? Область галактика. Вот, параметры звука. Ну, вообще должно быть бормотание, но его нет, ладно. Сейчас персов, по-моему, нельзя сменить. Насколько... А, не, можно! Йоня! Оби-Ван классическая трилогия! И куча-куча-куча других. Так, это все джедаи, герои. Только не говорите, что герой Джа-Джа. Ну, конечно, это Джа-Джа Бинкс. Ну ладно, давайте посмотрим, какие у него костюмчики есть. Джа-Джа Сенатор. Так, спойлер, спойлер. Те, кто не смотрел кино, быстро-быстро досматривать всю приквельную трилогию. Все персонажи. 380 персонажей. Нюшкин, да? Так, пока что оставим как есть. Сейчас я такое выберусь. Спасибо. А я... Блин. Хорошо, попробуем это. А я... Отпустить. Так, побежали, побежали, побежали. Интересно, а можно кого-нибудь просто атаковать вот... ну, просто вот в мире, чтобы атаковать. Ну ладно, давай поговорим тогда. Поговорить. Гунганы, бесстрашные воины, наша храбро сражайся за наши дома и не знай страха. Но не всякий гунган такой. Твоя встречать Джа-Джа? Ну, ладно. Будем знать. Что Джа-Джа нас особенный бунгановец. Так. Извините. Скамеечка мне нужна для... О, информация какая-то. Моя не понимаю, как это в листьях там оказалось. Какая загадка. Ну давай посмотрим, где она. Шин спрятанного города. Так. Я так понимаю, это не основная миссия, но... Наводка на... Вот, блин, хорошо. Наводка на кристаллик. Болотники не сдаваться на все подряд, вечно мешаться. Так, 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 это мы уже слышали, спасибо. Стоп, а я могу просто... Да, вот так вот сделать. Так, ладно, где там миссия-то? Идем дальше. Идем дальше. Скамеечку нафиг. Идем дальше. Прям показывают поэтапно, куда идти. Ладно. Это хорошо. Интересно, мы можем свалиться? Да, мы можем свалиться. Зачем я это сделал, правда? Чтоб протестить! Блин. Чтоб протестить! В том числе и как забраться обратно. Да. Все часть великого плана. Все часть силы. Так сказать. Извини. Не сказал извини. Так. Опа, а если бы этот кинуть? Дыщ. Ладно. О! А я бы, кстати, мог очень даже неплохо схватить еще один. Или не мог бы. Так. По миссии нам нужно забираться обратно. Да, Оби-Ван, иду, Джа-Джа, не волнуйся. Джа-Джа уже рвет на себе свои эти... уши или что там у него. Наша на месте, дверь закрыта, но моя о ней позаботится. Ну давай. На Джа-Джа.
Заходим. Так. Вверх. Влево. Вниз. Влево. Мини-игра пройдена. Интересно. Вести подводную бомбу через ядро планеты. Кстати, я же за Джаджата еще не играл. Он правда может выше прыгать, как и в оригинальной игре? Ну-ка. Бум. Да, веселый персонаж. Ну, как... Ну, анимации у всех, конечно же, очень-очень... не то, что уникально, но... подходящий, скажем так. Буль-буль-буль. Вот сейчас бы бурмотащий лежал. Всегда есть рыбка побольше. Да-да, сейчас будет. Сейчас все будет. Извините за спойлер. Че, застряло? Ой-ой-ой. The Force will guide us. Ты уверен? Минуточку. А чё? Левый контрол. Левый контрол. Ну, я нажал на левый контрол. Правый альт. Ну, и, то есть, налево, налево. Направо. Не-не-не-не-не-не. Я что-то собрал еще походу. Направо. Левый контрол. Левый, левый, левый. Наш раздавится. Не раздавится нас это. Нас просто расплющит. Тихо, тихо, тихо. Нет, не расплющит, не расплющит. Рановато паниковать. Матки, стрелять могу. Ёшкин матрёшкин. Чё-то я забыл совсем, что... Ну, звёздных войнов. Прицеливание, понятное дело. Левый альт. Так-так-так-так-так. Комбо, 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 пожалуйста. There's always a bigger fish сейчас будет, но... There's always a bigger fish. Что я говорил? Так, ну... Я так понимаю, этот уровень мы... немножечко не дошляпили, но... Да, два из трех. Are you sure? Спокойно, Джаджа. Так, надо, наверное, по пузырям сдать попасть, чтобы снимать здесь штучки всякие. Понял, принял. Понятно. Еще один. Вон там у нас штучка какая-то. За нами гонится. Подробнее, вот подробнее, что это? Перемещение по гиперпространству недоступно, да мне и не надо. Мне бы посмотреть мини-наборы. Да, вот, что я сейчас набрал, собственно. Слух не обнаружен. А, это румас, типа. Дилемма подлодки, вот. Подробнее. Ну, давайте подробнее. Отслеживать. Ну, не хотите, как хотите, ладно. Надо, короче, разобраться в этой системе. Доступной карты нету. Ну и не надо. Мы поуклоняемся немножко. Левый контрол. Левый контрол. Отлично. Impressive, most impressive. Спасибо, спасибо. Thank you once again. Опять рыбка. I see our friend is hungry again. О! Мы в Набу, ребята. И на рыбачье еще не хиленько. Ну что? Что я могу сказать?
Нет, пока не буду говорить. Уже победа. Рано радуешься, товарищ. Кто-то взломал его стульчик. Ладно. Бывает. Да, тихо, тихо. Открытая местность, Набу! Пропустить? Доступна свободная игра. Ура! Этого я и хотел услышать. Так, истинные джедаи немножко не дотянули. Значит, все-таки эта шкала есть. В уровнях и... Испытания уровня просто чума. Увернись от всего. Храбрая рыба кола. Все испытания. А, все испытания мы сделали. Хорошо. Мини-набор, но там один будет. Да, отлично. Персонажи и корабли. Мы открыли Джаджа. И, походу, тот кораблик без бензина нам не открылся еще, да? Комблум? Буль-буль? Нет? А, точно, мы же за Убиваныча еще не играли. Бросить световой меч. Дыч. Вот Алекс напоминает немножко чем-то Battlefront 2 от пандемиков и Академии джедаев. Чуть-чуть совсем. Систему вот светового меча, там атаки тяжелые, ну там, конечно, стили были меняющиеся в Академии джедаев, но тоже неплохо. Кстати, если я вот просто побегу, след не остается? Не остается, ладно. А когда машу, остается? Ну ладно. Нет, не хочу пока продолжать сюжет, хочу немножко поисследовать. Вы уж извините, но... Все-таки не каждый день проходишь на Набу в открытом пространстве в такой игре. Как мне это приглянулось. Немножко комбо поизучаем. Так. То есть в любой момент я могу... Извини, Джаджа. В любой момент я могу вынуть меч на легкую атаку. Забрать... то есть вынуть свой меч или положить его, это зажать тяжелую атаку. Сразу вынуть это на легкую. В принципе, управление приемлемое, но я ожидал, что это больше с мышкой будет связано. Вот все эти легкие атаки там с оружием и так далее. Так, это что еще такое? Открывайте! Никогда не открываю. Ладно, старая отсылка. Пойдемте. Ну, пойдемте выполним дальше сюжетку. Что же поделать? Лучше в Лего-играх не припомнишь управление, но. Мне, конечно, нравится разрушаемость вот еще в мире. Давайте дальше. Посмотрим, что у нас происходит. Спаси королеву Амидала от торговой федерации. Натали Портман, я тебя помню. Еще со второго... да, по-моему, или со второго, или с третьего эпизода я ее там увидел в этой роли. Первый, потому что я смотрел очень-очень давно и там уже не помню. Так. Outrageous! Возмутительно. Фестер установил мою дверь, это новомодный кодовый замок. И ушел, не сообщив мне пароль. То есть нам нужен пароль, я так понял, да? А можно мышкой крутить вверх-вниз? Ладно. И вы знаете что? Я не собираюсь тащиться в узкую, чтобы узнать его. Не зря же меня зовут самым упрямым человеком в Тиде. Я не знаю, что такое Тида, кстати.
если кто-то, ну, в Википедии там лазит или где-то еще, пожалуйста, в любой момент сообщите мне, потому что я не помню, что это за Тида. А, вот, Тид подробнее. Блокировка. Так. Вот, что это сейчас было? То есть я зашел в меню головоломки. И там где-то, наверное, была категория... Тид Пэлэс, блин! На английском-то я знаю Тид Пэлэс. Конечно, это же... да, Набу Тид. Естественно. Естественно. Тид Пэлэс. Шикарно сейчас было. Обалденно просто. И еще разок. Понял, отлично. Так. Нет, боевочка мне нравится, я признаюсь. Тит Дворцовая площадь. Слушайте, мне, честно говоря, много чего уже нравится в этой игре. Я не думаю, что... Одну плюху скинул в ВК. Спасибо. Понял. Я слышал, сообщение пришло. Значит, потом посмотрим. Так. Я просто проверяю, как прицел работает. Поржу. Хорошо, поржу. Спасибо. И вот я тебе говорю, кстати, Алекс. Как Battlefront со смесью Jedi Academy. Ты, ну, ты понимаешь. Возможно, даже будет способность передвижения, бега по стене там или что-нибудь. Мы же не смотрели, какие там улучшения-то есть. Корабли? Улучшения, да. У Jedi, например. Что у него есть? Следующий уровень. Сила метать урон с помощью объектов. Jedi-ские рефлексы. Ничего себе. Чтобы парировать атаку. Впечатляющие трюки. Отвлечение и паника. Вот. Я уверен, ей половина, наверное, еще управления не изучил. В том-то и дело. Мастер внушения. Опять я не на том же, ладно. Вот что правая кнопка мыши можно сделать, я не совсем понял. Уклониться. А, то есть это прицеливание на врага. Все, я понял. Отлично. То есть это как бы зажимание цели в бою. Ага. Слушай. Я вот скажу честно, я хотел как бы, ну, немного обгадить, так сказать, обосирать игру за то, что было как минимум три... Это не я положил, это он сам положил. Меч обратно. За то, что ее откладывали три раза как минимум. Но, в принципе, я прочитал потом в интервью, что... У нее на новом движке в три раза там или в несколько раз дольше импортируются анимации. Вот вы представляете, сколько все это нужно было пересматривать фильмы, там проводить анализ каждого персонажа, чтобы каждому персонажу паять его собственную анимашку. Вот давайте посмотрим. Вот. Вот, например, Квайгон Джин, он так не размахивает мечом. Хотя они якобы одного класса. Кто приготовится к ликвидации? Я тебе сейчас приготовлюсь. And stay down. Тихо, тихо, тихо. Я что, только что щитом его пальнул? Нифига себе. Слушай.
Хорошо. Комбо восьмерка. Джа-джа. Понял, принял, бежим, бежим. Да пойдем уже. Вот отлично. Или, например, да, на того же Джа-Джа. Сильная атака, естественно, он спотыкается, когда там ее совершает. Вот. Стоп, а что это я вынул? Как я это вынул, во-первых? Не. Не очень что-то эффективно вундановцам играть. Хоть с палкой, хоть без палки. Он ее прячет почему-то. О, вон как это работает. Ребята, ну попробуем за джедаев так. Нет, джедай просто кидает меч. Короче, изучать и изучать все эти комбухи, все эти... так сказать, управление, ну, момент управления. Интересно, вот я смогу... Да подождите с дроидом, у меня тут открытый мир. Ожидает. Так, я не могу туда прыгнуть, хорошо. А могу ли я... А, могу, могу, что-то могу. То есть куда-то мне позволительно прыгать, куда-то... Снайдер, да? Ладно. Поняли, приняли. Кто там на нашу королеву зарится? Побежали. Я хоть и молодой, но джедай. Как говорил Убиваныч, patience. Use the force. Think. Коди Филлипс. В общем, ясно, в ближайшие 5 месяцев себя можно искать. Ну, типа того, да. Как... Да нет. На самом деле, игра ощущается очень по-свежему и как глоток... глоток свежей силы. С каламбурем немножко. Свежей силы для фаната игр по Звездным Войнам. Именно для фаната игр по Звездным Войнам, потому что те, кому понравились вот Академия Джедая, Force Unleashed, Battlefront там оригинальный, вот им это очень зайдет. Там, те, которые тащатся от фильмов, конечно, могут найти какие-то там косяки, типа, может, не те актеры там, ну, я не знаю, я... Я не помню, говорил я это или нет, на самом деле, раньше, но я не фанат Звездных войн фильмов, я фанат Звездных войн игр, в первую очередь. Вот. Жаль, не все могут даже не материально. Ну, ты понял, да, я понял, я понял. Но, тем не менее, первое впечатление об игре лучше, чем я предполагал. Лучше. Главное, чтобы не было глюков. Я пока не буду делать обзор, конечно, пока я только начал играть, но... Вот, согласитесь, это эпично смотрится, вот все, что вы сейчас видите, наблюдаете. А, в эпиках ее сейчас продают, можно купить скиви, ничего себе. Ну, ладно. Так, это что такое? Расколдовать надо? Извините, я не это хотел сделать. Так, клумбу нафиг. Блин. Я пытаюсь поговорить с ним. Ладно, не получится, видимо. Я, короче, не знаю, что с ними надо делать, но... у них какой-то значок, словно они... запутались в этой жизни и пытаются найти выход на Джакку, я не знаю, там куда-нибудь. Ну, придумайте свою шутку по Звездным Войнам, короче. Так. Тебе по...
одной точки надо настукать, а из-под тебя выбить скамеечку, правильно. Слушайте, ну, бой с физикой в Звездных войнах, это уже дорого стоит, согласитесь. Это Force Unleashed на минималках, я бы так сказал, ну. Так, столбик дадите мне. Перед тем, как я, так сказать, попробую. Вот, все отлично. Разобрали. Коди Филлипс еще опупел, когда видел, что аж 3 DLC сразу выпустили. 2, как понимаю, сюжетные или только персонажи. Все DLC, насколько я знаю, персонажные. Ну в самом дворце уже, смотрите, никакой загрузки. Не-а. Я так не думаю. Поё! Сопроводить королеву Амидалу Кирхарлину или Тада. Ну чё, Тю, я так думал, будут какие-то дополнения попозже, может быть. Там, не знаю, сюжетки, не сюжетки. Может, вообще с модификацией выпустят пак, который позволяет свои миссии там создавать или уровни. Это же новый движок, по сути, вот. Все, что ты видишь, это переработанные, так сказать, модельки, улучшенные модельки. Все на новом движке еще, плюс ко всему. То есть, возводи это квадрат, все, что... насколько крута эта игра. Ну и, конечно, анимация уклонения. Надо будет поиграться, вот. Дойти хотя бы до битвы с Молом. Да, извините, спойлер, алерт для тех, кто не знает, Мол будет уже в этой части. Так. Я готов, да. Пойдемте, охраняем наше величество. Да. Ну? Дайте такой... Рик Олие? Я даже не знал, что его так зовут. Какие еще спойлеры 99-го года, шо ли? Ну я же стебулась, Алекс, ты чё? Это же прикол. Во Sitting Ducks. Где фраза про Sitting Ducks? Ну что это? Так. Чё-то он там принял. The Trade Federation has no presence there. Джаджа, выдыхай. Не, ну просто на самом деле, если уж я знаю все эти Мосэспа, сейчас будет жара, ребят. Просто если уж я знаю, какой персонаж в какой момент, когда там появляется, то фанаты Звездных войн, как бы, ну, таких игр по фильмам сделанных, естественно, знают уже все фильмы наизусть, я думаю. Так, парни прислужницы оранжевый, ага. Астероиды не взрываем, ладно. Заезжаем, прилетаем и садимся прямо на Мосэспа. Как-то немножко странновато мы садимся. Ребята. Почему везде накурено? Что происходит на Татуине? Сохранение. Вот сохранение, кстати, тоже очень быстро проходит. Игра не на SSD, конечно. И тем не менее. Подбрось куда-нибудь. Her Highness commands that I go with you. She's curious about the planet. Интересно, это планета. I'm Padme. Меня зовут Падме. Я одна из служанок королевы. Это плохая идея. Но раз такого желания королевы, ну да. Now we need to find a mechanic selling the parts we need. Ребята, Мосайси, Мосэспа и Татуин. Блин. Ну чё, погнали исследовать. Да не хочу я забираться пока что, ну.
Или мы иначе не попадем туда внутрь. Давайте, давайте. Потихоньку, потихоньку. Грида, ты ли это? Нет, радианец. Вот я не согласен с ним, когда он сказал чики-чику-баба. Там нужно было бум-бум-бумба сказать. Мистер Богуанг, добро пожаловать на стримчанский. Игру брал не в Epic Game Store, а в Steam. Просто я живу в Великобритании, как бы. Вот. Ну, по понятным причинам, поэтому смог взять ее. Но стримлю на русском, потому что не хочу слишком напрягаться с переводом, поэтому сделаю субтитры и все. Повезло, спасибо за ответ. Да не за что, не за что. Так, ну что ж, продолжаем этот разумный диалог. А если бы у меня был... как его? Выбор персонажа недоступен. Ну, правильно, мы на миссии. Я теперь правильно закрыл менюшку. Однако. Ребята, смотрите, у вас полетел новый этот... набор дроидов. Нет? А вон еще один летит. Не, ну, я признаю, если бы я стал джедаем, я бы силы использовал 99% не по назначению, так что... Стоп, интересно, я могу прокачать прыжок? Улучшение. Скажите, пожалуйста. Быстрое строительство. То есть... Вместо кубов красных, которые были в прошлых играх, у нас теперь вот эти кубики апгрейдов, которые просто позволяют все улучшать. Не, это не будет 24/70 Коди Филлипс. Ты, конечно, оптимист. В данном случае может быть больше, чем я, но пойми. Меня царство снов тоже зовет на рейд и все такое, так что, ну, извините. Сегодня что? О, дерево-то вон какое. Улучшение. А я-то и не думал, что столько будет. Нет, это довольно хорошая система РПГ уже получается. Сердце повсана. Это исцеляющих сердец. Тренированная маскировка. Ёшкин кот. Это мы только за джедаев сейчас еще играем. Давайте попробуем. Что у Падмы? Падма же за бластеры персонажа играет. Ну-ка. Наверное, не стоило этого делать посреди огромной песчаной ярмарки, так сказать. Ну, ладно, тупанул. Не, у меня делюкс версия. Просто персонажей сейчас нельзя выбирать. Кстати, R2 у нас тоже есть. Давайте посмотрим, что у него. Стоп! R2, а ты его... Показалось. Ну, бывает. Не, R2, ты же можешь перевести, что он говорит? Да, это очень интересно. Как-нибудь нажать. Ладно. R2, ты что не можешь парить в воздухе? Что за даунгрейды? Нифига себе. Вот это я быканул. Ребята, извините. Ну... Нет, это не рассчитал, малёха. Так, нет. Я не могу парить. Он робот-пылесос. Ну да, да. Какой-то там иностранной марки. Банка с консервами. C-3PO может привезти. Да я знаю, у нас нет C-3PO пока что в пати. К сожалению. Зато у нас есть Падми, который может расстрелять всех и вся. Кстати... Они никак не реагируют, то, что я на них целюсь. Ну, ладно. В конце концов, это не Академия джедаев.
взять. Надеюсь, это не бомба. А, вот. Поехали. Бросить. Ух ты, что здесь зверек? Не-не-не-не, я не хотел тебя пугнуть. Еще погоди. Банка консервная. Так, подбросить, опустить. А куда его надо-то? Мужик, тебе не нужна камера на халяву? Что-то я не понял, куда это надо, ну ладно. Положим пока мест на место. Отпускаем. Выдыхай, Глэйко, выдыхай. Далеко можно отлетать, да я сам в шоке. Воистину сила джедая не знает границ. Ну, как-то так. Представьте, что я сказал это с голосом Йоды. Так, нет, давайте все-таки посмотрим. О, мне вон туда надо. Или не надо? Нет, не надо, ладно. То есть, по сути, я переселился в эту камеру и начал коллаборировать по всей ярмарке. Понятно. Ладно. Просто возьмем руками без выпендрежи и пойдем продавать. Мужик, купи камеру. Да не это. О, какие люди. Эй. Ой, извините, я не хотел. Да убери свой меч. Поговори с ним. Ладно, пойдем дальше. Видимо, это был не тот торговец, который нам нужен. Поговорить. Не знать ничего, не знаю, никаких кораблях изучаешь, можешь лучше, как пройдет дальше улицу, участвовать в гонках, это куда интереснее, чем чинить какие-то там гипердрайвы, точно вам говорю. Ну, спасибо, конечно, за совет, это как если бы я попросил не сделать мне кофе, он сказал, зачем тебе кофе, иди лучше попрыгать, сделать зарядку. Ну, ладно, так. Открывайте! Никогда не открывают. Так. Зашибу. Вот именно. Так что там уже потасовка, что ли? Ребят, вы чё? Блин, не объелись, что ли? Что происходит? Вернуться в свободную игру. Если обнаружишь то, что не можешь использовать во время прохождения сюжета, открыв другие персонажи. Нет, спасибо. У меня есть сейчас персонаж, как раз, который может это взломать. Так что мне не интересна свободная игра на данный момент. А вот это... Да ты... Отпустить, отпустить, что я делаю? Все-таки управление, видимо, не до конца понял. Так, ладно. Извините. Блин, я артбатку заломал. Ой. Отвлечение, отвлечение. О, танцуйте. Ребята, я джедайские трюки могу уже исполнить, я не знаю. Так, ну и опять начинается какая-то эта тусовка без меня. Ну, так нечестно. Все. В общем так, предлагаю закончить эту миссию и, наверное, на этом завершим на сегодня, потому что
Ну, будем честны, первые впечатления мы уже получили. Игра довольно уникальна по сравнению с предыдущими. Коряться могу. Так. Так, что там у нас? Все. А, это вся мини-игра, что ли? Ну ладно. Знаете, о починке гипердрайва Мос Эспи. Да кто ж там... Что же это такое? А, все, понял. Ладно. Следующий стрим через полгода, ну как сказать. Надо было просто войти. Постучаться и войти. Ну просто войти, если. Ну, это я жестко, жестко, конечно, так, ребята, то, что я на вас прицелен, не значит, что я не могу завалить другого. А почему он их не разрубает на куски? Приветствую, кстати, Ахалус. Ну, по идее, должен, смотри. Видишь? У него отлетела на том стоп-кадре голова, и туловище куда-то отвалилось. Все в лего-стиле. И это сохранилось от прежних игр. Где же эта сигнализация-то? Так, минуточку. Ну, во-первых, надеюсь, это вам не нужно. Сейчас, минутку. Давай его разрубим. Уф! Все. Разрубается. Это нам не нужно. Это им не нужно. Как этим пользоваться? Узнать о починке гипердрайва, я понял. Ну, раз уж мы сюда зашли, давайте выясним, как выключить сигнализацию. Мы поможем и себе, и заодно всем окружающим жителям, которых наверняка напрягает этот звук. Опа! Не ожидал, да? Что я в ближнем бою буду швыряться. Ладно. Не будем выпендриваться, опять-таки, будем смотреть, как пройти дальше. Все. Отлично. А ты залезь на ящик. Ну, я уже пробовал. По-моему, это как-то не так делается. И покрутись. Вот прыжок. Спасибо, слушай, спасибо. О, отлично. А я могу, интересно, за пределы вынести? Нет, не могу, ладно. Ну, ребят, вы подвинулись, потом довоюем. Ну, мне надо как бы пазл завершить. Ладно. Сдаюсь пока что. Видимо, у меня не хватает каких-то персонажей. Так, Коди Фипс, я если что, просто видел на стриме, сам не знал, как и что. Ну, эта игра... Блин, уже забыл, как на русском-то говорится. Exploration. Ну, об исследовании, короче, окружающей среды. Если описать. Так сказать. Я не понимаю, почему я не могу вот это использовать. Она же подсвечена как-то, но не используется. Так. Ладно, сдаюсь.
Как-нибудь потом исправим. Они вернули прыгунки! Ну, с прошлых лего-игр. Ладно, идем по миссии. Как я и обещал, сейчас быстренько закончим. Я знаю, что вам нужно. Вам нужна милая кепочка с пропеллером для этого незрачного астродроида. Ну ладно. Ар-2, ты готов? Позор так позор. Где малыш будет чувствовать себя куда увереннее, точно-точно. Позор или мода? Что нам достанется? I know what you need. You need a cute little propeller hat for that grubby-looking astro. Я понял. Да, понял. Астродроиду нужна кепка. Как ее достать? Так. А. Теперь нас в другое место посылают. Ну ладно. Извините. Я тебя спасу, мужик. Поговорить? Дайте угадаю. Ищите запчасти для корабля. Так я и думал, все ищут. Вам стоит зайти к Уотто. Его магазин находится на другой стороне города. Ну, наконец-то. Спасибо, что направил. Товарищ. Сесть. Блин, не то. Сесть. За что сесть не написано. Поехали, поехали. Прямо к Уотто. Ну, как быть довольный. Правда, я его физиономию не вижу. Ну, Квайгон Джин тоже довольный. Я имею в виду... Довольный ли вот этот вот птеродак... Козлобаран вот этот вот. Он довольный или нет? Да, чуть не очень. Ну, давайте развеселим его. Влияние. Ой. Ой. Выход. Выход. Я не хотел. Ничей разум я поглощать не хотел таким образом. Я хотел просто развеселить его. Ну-ка. Отвлечение. Вот. Вот теперь мы как в трейлере зажили. Ладно. Заходим к Уотто. Добрый день, чего вы хотите? Развеселил. Ну, стараюсь. Нужно запчасти для нубийского корабля. Приди здесь выходной, я хочу, чтобы понадежнее. Ты очень забавный. Я собираю гоночный пол. Реакция ожидаю, если способен меняться. В канун Бунта Ив. У большие гонки, подайте заявку. Энакин. Это его мама. The force is unusually strong with him. That much is clear. No. He deserves better than a slave's life. The boy just needs to sponsor him in the race. Well, I'm a pilot. Ну что ты? I wager my new racing pod. Вместо запчасти приперся. The boy and his mother. No pod is worth two slaves. The boy. Тогда только мастер. Дин! Ну, если что, Джилл это как бы сделано, то есть сделка как бы. Так, извините, мне нужны еще стады. Статов много не бывает, сами понимаете. Тыщ. Я так понимаю, Оби-Вана мы не скоро еще увидим. Ну, давайте тогда переключимся на Падму. И немножко постреляем. И разнообразие. Ускорение. Так. Удерживать, поднять. Куда нам нужно ее поднять? Погрузить? Нет. А, вот, наверное, да?
А, зачем я Е-то держу? Он уже как бы управляет ей. Все. Нормально. Ну, вот непонятно. Наверное, у меня что-то не прокачано или какая-то способность отсутствует. А, нет. Я просто опять тупанул. Как всегда, ну. Че, погнали? Где там? Где? Кстати, если я встану, скажем, той же Падмой. Нет. Я этого не хотел делать. Я Падму, Падму, ты сколько весишь? На все 8. Она падает слишком быстро. Я пытаюсь ее на веревочку загнать. Так, она теперь телепортируется еще. А, не, она повисла на веревке. Все отлично. Так. Я-то думал. Да, ВС раскачиваться. Карабкаться на эту. Прыжок. Отлично. Ну, короче, изучать и изучать еще. Давайте посмотрим, что у нас по главной миссии. Куда ведет нас путь через ярмарку. Встретится ли нам тот серенький гражданин, который вместе с Иннокентием потом будет соревноваться. Как эта штука туда попала? И почему никто еще не забрал ее? Ну, если бы знал, был бы уже, не знаю, в ранге королевы. Ну, отсылка, сами знаете, на какой поворот в первом эпизоде, так что да. Так, едем дальше. Вот в прыжке нельзя прицеливаться, я заметил. Только когда приземлился. Поинк. Ну, целится Падме, конечно, очень-очень метко. Тип! Ангары для подов. Давайте посоревнуемся против Бунта и в классик. Давайте, посоревнуемся. Истребитель под Демерона черный один. Это, конечно, хорошо, но, по-моему, это из другого эпизода. Истребитель под Демерона. Поу, это вообще из последней трилогии. Вот она, absolutely right. And a big turnout here from all corners of the Outer Rim territory. Если бы я столько пиццы заказал. Ну да, из дома канона. Алекс, это не совсем канон. Для нас это псевдоканон. Concentrate on the moment. Feel. Don't think. Use your instincts. I will. May the force be with you. То есть можешь глаза закрыть, как Люк почти закрыл в четвертом эпизоде. Ой, извините, заспойлерил. Движение. Ускорится. Поехали! Гонка началась! Нифига себе, вот это скорость! Ой. Кажется, это будет прямо как в оригинальной игре. Слушайте, а где шкала? Где шкала ХП? Я просто не вижу нифига. Я просто лечу через все, мне я даже толком не управляю, он сам куда-то летит. Блин, графон, конечно, шоколадный. Все-таки. Ускорится. Вперед. Граждане, алкоголики, тунеядцы, проходимцы, то есть гонщики. Что же вы творите, это такое?
Замечательно. Теперь бы еще понять, где мое ХП. Че там гновик? И все равно выиграю. Ну, ты, конечно, оптимист, Энни. С таким управлением, которое я еще не изведал. Короче, надеюсь, это не Тайлер из басовского клуба, потому что мне сейчас будет, походу, уже хана. Так. Пролетаем. Прицеливание. А что прицеливание? Q. Поехали. Это была мини-игра, оказывается. Ладно, не паникуй. Опять в кольцо не влетел. Отлично. Орать потом будешь, когда взорвется вот та скала. По крайней мере, это самое лучшее погружение, потому что я реально полагаюсь сейчас на инстинкты. Я не знаю, как управлять этим. Ну, что-то собрал уже, хорошо. Да, да, замечательно. Я, походу, сквозь текстуру уже прошел. Но так как я избранный, я не буду подыхать, походу, вообще. Так, песчаные люди заорали. Блин, я не знаю, что я вообще делаю. Да, конечно, другое дело, в отличие от оригинальной игры, где влево-вправо только нужно было рулить. Ташкины, да, Ташкины появятся. Ташкин Райдерс. Или как их там на английском называют? Таскин. По-моему, правильно. Так, давайте собьем еще одну ворота. Ай, что-то поймал. 3 из 3, вы что, издеваетесь? В смысле, естественно, 3 из 3. Так. А куда? Кью. Все. Отлично. Бдыщ. Ну, главное участие, правильно, Энни? Я так и не понял, как ускоряться на самом деле, но я просто лечу вот на эти зелененькие поды. Так что не обессудьте, ребята, если что. Я на Набу. Еще попрактикуюсь. В оригинальной игре было все от третьего лица. Да, сейчас максимальное погружение. Кстати, приветствую ТД ФГТ 1. Только не говорите, что я выиграл. Так. А, он выиграл. Ах, он паршивец. Хотите попробовать еще раз? Конечно, хочу. Делать мне нечего. А, я на самом деле нажал, конечно, хочу. Блин. Так, ребята. Собрались. Какие-то... Короче, в этот. Это была практика, скажем так. Все, отлично. Собрались и. Поперли! Почему же у меня поздний старт такой, как всегда? О, зато что-то собрал еще. 1 из 5. Что он там комментирует, я не экран перекрывает его субтитр. Жаль, конечно, что я не могу пострелять, чтобы заранее убрать с пути все эти преграды. 24/7, ну блин, с такими темпами это будет не 24, а 48 на 14 стрим. Если не больше. Так, давайте как-то... Да ж хватит меня там пинать. Футбольный мячик я вам. Так, ускоряемся. Уху, я рад, что тебе весело, потому что я вообще не понимаю, куда жать, на что лететь. Ну, наоборот. Не борзей. Да кто там? Кто-то, по-моему.
attaching. Все, переоттачили. Замечательно. Идем дальше. Я уже дважды жму на пробел. Я помню, там где-то было турбоускорение, но... Что именно и как оно работает? Да оно меня поворачивает автоматически, я не знаю, что происходит. Да. Так, все, отлично. Собрались. Бедный Red Styril, что-то там. Кажется, пещера лагуны, что? Там еще пещера лагуны есть. Что-то я не видел никакого H2O на пути. Другое дело, ты последний, по-моему, идешь, родной мой. Другое дело. Сейчас проверим. Кто-то нас там подпинывает, значит, мы, наверное, кому-то насолили. Да. Это был, походу, металлолом, оставшийся от... А, вот Сибульба. Все. Мы сейчас должны его обогнать. Собираемся. А что там? Что произошло? Так. Кью. Приоттачили. Да ты куда летишь, малой? Ускорились. Я постоянно уже жму на пробил, уже постоянно жму вперед. Ну, дай бог, чтоб сработало хорошо. Примерно с управлением разобрался. Так, еще один вот бустер. Ой! Ты мне больше не нравишься, а раньше нравился! Ну, твой прямой конкурент. Так, скажите мне, что мы выиграли, умоляю. А вот, другое дело, другая реакция. Теперь мы всего лишь 7-е место из 6, да? Короче, мы выиграли. Золото. Последнюю секунду обогнал, да. Вот я о чем. Ты чё творишь, демон? Ты чё делаешь? Нифига себе. Конечно, знал, я специально установил тут. Стоп, а кто это? С биноклем я вижу. Отлично. Мы все поняли. У него был билет. У Мола всегда есть билет. Ходячая шутка по Звездным войнам. Сами так поиграл еще. А, вы думали? Ну, слово-то он дал. Ну, собственно, и как бы выполнил его. Нормально. Вообще-то у него голова уже была собрана, сколько я помню, ну ладно. Ну, в смысле, прикреплена к туловищу-то. Доступна свободная игра. Ура! Метальки. Да, не густо. Ну. В следующий раз попробуем погриндить немножко побольше. Это же Скайуокер и обгон. Все испытания выполнены. Отлично. Продолжаем. Мини-наборы. А, я чуть не пропустил. Сразу два. Персонажи корабли. Ну, конечно же, Анакин. Да, гонщик. Газгана? Мы вообще за него не играли. Протокольный дроид C-3PO. Алло, он в катсцене только появился на пару секунд. Ну ладно, спасибо. Татуин? You mean I get to come with you? In your starship? If Master Obi-Wan not getting Bordo and leaving us here, he's an old like it. Эмоции вообще на этом, на физиономии. Obi-Wan, muy grumpy Jedi. Muy сердитый Jedi. Не понял, что с тобой? Квай-Гон, ты чё? Я думал, ты растяжку делаешь там. Тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не.
Поверь мне, это дело, это с другой ноги надо делать. Ладно, не буду умничать. Что это было? Что это я выкинул? Ребята, а Накентий-то не такой простой парень, как казалось. Это что еще за торговля на черном рынке? Ситрипио, ты ничего не хочешь мне рассказать? Ну? Ну? Как-то крипово немножко, вам не кажется? Вернуться к своему кораблю за пределами Мос Эспа или пойти за криповым привидением-роботом? Взять. Чтобы активировать разъем, нужно поместить в него соответствующий ему предмет. Ну, давайте поищем. Найдем карту, может быть. Открыть карту. Внутреннее пространство. Ну, что могу сказать? Давайте на этом моменте, может быть, приостановимся. А, ну, хорошо. Вставить, так сказать, чтобы открыть замочек. Да ты же, пацан, еще тот проворный. Ты выиграл Мос Эспа гоночку. Ты что, не пролезешь в это отверстие? Ну, ладно. В любом случае, спасибо всем. Что это было? Что это было? Вот если бы не последний момент, я бы сказал, что вообще лагов не было. Ну, это, наверное, были не лаги, а я просто зажал букву F в клавиатуре для тех, кто интересуется. В общем, спасибо всем, кто был на стримчанском. Большое спасибо всем, кто, ну, разделил со мной эти моменты изучения далекой-далекой галактики давным-давно. Конечно же, спасибо Коди Филлипсу и Зуд Капу, которого уже забанили, наверное, на всем Твиче. Конечно же, Алекс, спасибо большое, что пришел. Я рад тебя был видеть опять. И всем-всем остальным тоже спасибо. То есть мистер Бо Гуанг. Я рад, что ты увидел, какова игра, ну, что есть игра из себя представляет. Архалиус. Архалус. Спасибо, что зашел. И, конечно, Тед ФГТ 1. Спасибо, что поделился тоже. Что там происходит, Джаджа? Ну как тебе, ай-яй-яй, а? Как-то можно эмоцию выразить свою? Слушай, он как зомби выглядит. Ладно, короче, спасибо всем еще раз за просмотр. И спасибо всем, кто смотрит это. Если, конечно, это выложится на YouTube, то на YouTube. Итак, с вами был ВПЗ Неокс. До новых встреч. И завтра может быть продолжение, я не знаю. Но пока что я попробую погонять немножко один в ней, чтобы посмотреть, что и как. Ну, если что, я с тобой свяжусь, и мы можем вместе как-нибудь погонять. Если что, можно написать мне сообщение на Твиче, если хотите присоединиться. Ну, как-то так. Всем спасибо еще раз. С вами был ВПЗ Неокс. Да, Коди Филлипс мог бы быть 24/7. Но царство снов тоже надо спасать. Уже 10 часов все-таки. Надо готовиться. Всем пока-пока.